Собирайте только те грибы, в которых вы на 100% уверены. Маховик моравский, внесенный в Красную книгу многих европейских стран. В Чехии имеет статус находящегося под угрозой исчезновения и запрещен к сбору. Период плодоношения маховика моравского приходится на лето и осень. Начинается он в августе и продолжается на протяжении всего сентября. Произрастает в лиственных и дубовых лесах, в лесных посадках, в прудовых дамбах. Маховик моравский характеризуется оранжево-коричневой шляпкой, ножкой веретеновидной структуры с хорошо заметными прожилками по всей поверхности. Диаметр шляпок варьируется в пределах 4-8 см. У молодых грибов характеризуется полушаровидной формой, затем становятся выпуклыми или распростертыми. У старых грибов покрываются трещинками, имеют светлый оранжево-коричневого цвета. Грибные поры очень мелкие, изначально имеют желтый цвет, постепенно становятся зеленовато-желтыми. Маховик моравский принадлежит к числу съедобных, но очень редких грибов.